Ольга Базанова по образованию закройщик портной 4-го разряда. Полученные знания и любовь к шитью она решила вложить в полезный и достаточно прибыльный бизнес по реставрации и пошиву пуховых подушек. Подобного рода предприятие на Сахалине появилось впервые. Я, наверное, долго шла к этому пути, потому что увидела на материке, что есть такая вот деятельность, где реставрируют подушечки, не только реставрируют, но и изготавливают новые. Также у меня можно изготовить новую подушечку, отреставрировать подушки, одеяло. Воплотить мечту в жизнь помогла региональная мера социальной поддержки, предложенная губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Она позволяет инициативным людям улучшить свое материальное положение или заключить социальный контракт и начать свое дело. Оформить такую помощь можно в Центре социальной поддержки по месту жительства. Очень благодарна Валерию Игоревичу за то, что есть такая возможность нам, предпринимателям, такая помощь, как бы, потому что собственными силами очень тяжело и трудно что-то открыть и достичь результатов мгновенно, да. Раз такая есть возможность, конечно, я воспользовалась. Мастерице требуется около 20 минут, чтобы создать одну подушку. Процесс начинается с подготовки материала, раскроя ткани и прошивки, чтобы создать основу для будущей подушки. Раскроили наперник для будущей подушечки. Сейчас мы ее стачиваем, соединяем, сшиваем детали. Ольга очень внимательно относится к своим клиентам и их подушкам. Она считает, что от качества подушки напрямую зависит качество сна. Для создания правильных изделий Ольга использует специальную машину, которая обрабатывает и дезинфицирует пух и перья. Встроенные ультрафиолетовые лампы, которые пух-перо дезинфицируют, обеззараживают. Поток горячего воздуха обеспыливает пух-перо и вдувает новый наперник. У Ольги большая клиентская база. Многие люди приезжают из Хомска, Корсакова и Южно-Курильска, чтобы отреставрировать свои подушки. Планы на будущее у мастерицы грандиозные. Она хочет создать свой сайт, чтобы клиенты могли с удовольствием ознакомиться с доступными услугами и выбрать подушку своей мечты. Екатерина Кулинченко, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ.